Ежегодно в сельском поселении Назарьево, соблюдая все традиции и обычаи, широко и с размахом отмечают Масленицу. Издревле на Руси Масленицу принято отмечать бурно и весело. И в настоящее время существует поверье, что нужно как следует отвести душу на Масленицу, и тогда весь год в доме будут царить благополучие и удача. И для этого мы сегодня приготовили для вас очень веселые забавы, катание на санях, подарки, призы, лотерею и, конечно же, испекли большую гору вкусных блинов. Утром у Дома культуры накрыли праздничные столы. Здесь чего только не было. Баранки, пироги, конфеты, горячий чай и, конечно же, главное лакомство – блины. Скоморохи-балагуры зазывали всех на гулянье, чтобы никто не пропустил веселье. Праздник сопровождался конкурсной игровой программой для детворы. Наибольшей популярностью у юных жителей поселения пользовались надувной аттракцион «Бычок», соревнования по сумо, карусели, а также катание на повозке, запряженной тройкой лошадей. Вошло в программу праздника и выступление фольклорного ансамбля русской песни «Заряночка». Для всех желающих проводились богатырские игрища, народные забавы, конкурсы с призами и даже беспроигрышная лотерея, очередь на которую не заканчивалась. О финале праздника под аплодисменты зрителей – сожжение чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и долгожданную встречу весны. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».